Добро пожаловать на мой канал. С вами Валентина. Начинается пора заготовок и будем закрывать компот из абрикос. Но он у меня будет с мелиссой. Мелисса такая трава чудодейственная, вкусная. И компот получается просто изумительный. Так как абрикосы у меня маленькие, косточки я не вытаскиваю. Я их хорошо помыла. Сполоснула мелиссу. Закрывать буду в 3-литровых банках, но объем здесь совершенно не важен. Если вы берете с мелиссой, будете закрывать. Веточку мелиссы разрезал пополам и опускаю вниз к банке. На 3 3-литровых банки я сорвала 5 веточек мелиссы и разделила их поровну. Выкладываем в банки абрикосы. Ну, по количеству вы смотрите сами, это дело хозяйское. У меня было 2 килограмма абрикосов, вот разделила на 3 банки. Ну, почти 1/3 получилось. И у меня кипит вода. Заливаем банки кипятком. Не бойтесь, они не должны лопнуть, потому что у нас там есть абрикосы. У меня получилось, налила воды только в 2 банки, на 3-ю не хватило, поставила греться. Наполненные банки должны постоять минут 10-15 под закрытой крышкой. Компот простоял. Прогрелся. Сейчас я сливаю вот через такую удобную крышку, прям в кастрюлю. В кастрюлю у меня поместилось 2 3-литровых банки, и на одну наполненную 3-литровую банку идет примерно 300-400 грамм сахарного песка. Насыпаю 2 кружки, ставлю на огонь, прокипячу, закрываю крышки. Это называется стерилизация. Сироп прокипел, стерилизованной крышкой накрываем. Это может быть винтовая, может быть под закатку. И закрываем. Закатанные банки проверяем на течь. Ставим в такое место, чтобы они нам не мешались, переворачивая их. Накрываем чем-нибудь теплым и оставляем на сутки. Ну а потом такой компот можно хранить и при комнатной температуре, но желательно убрать в прохладное место. А мне осталось сделать еще одну банку. Что я вам могу сказать? Заготовки – это хлопотное дело. Того немного, но зато зимой самое оно. Доделала я последнюю банку. На этом все. С вами прощаюсь. Вы заходите в гости, пишите свои комментарии. Если хотите, подписывайтесь на канал. Буду очень рада. Пока-пока!